20 августа новый выпуск «Еженедельника «Волна». Читайте в номере. Луковицы с крестом. В старообрядческом молельном доме установили купол. Самые крупные этнографические экспедиции в бассейне Средней Печоры. История в черно-белых фотографиях. Непростая ситуация в «Сиянии Севера», когда спортсмены выйдут на лед. Хоккей на земле. Юные хоккеисты готовятся к новому сезону. Наш фотоотчет. Печора взлетит на качелях. Новый проект от творческого тандема. Чем мотивировать себя на хорошую учебу? И надо ли это делать перед началом нового учебного года? Мы спросили у школьников. А еще спросили взрослых, в какую школу их дети ходили бы с удовольствием. Ответы не из разряда фантастики. Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик. Поздравляем! Вы стали обладателем 500 рублей от нашего еженедельника. Как всегда, в номере кроссворд, сканворд, гороскоп, детская страничка и, конечно, объявление. Вы всегда можете купить то, что нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник – газета постоянных конкурсов.